Для любого даже опытного спортсмена каждое соревнование волнительно, и это понятно. Ведь победа зависит от множества факторов, в том числе и внешних. Приехавшие в Брест сильнейшие легкоатлеты из разных уголков Беларуси, а также Украины, Латвии, Польши и Молдовы, были серьезно настроены на новые личные рекорды. И, конечно же, мечтали о победе в общем соревновании. Кто-то впервые решил попробовать свои силы в турнире, кто-то уже неоднократно заявлял о себе, увозя высокие награды. Участники традиционного чемпионата по легкоатлетическому метанию 2015 тренировались, чтобы достойно представить свой регион и свою страну на международных соревнованиях. С каждым годом идет улучшение в организационном плане. Все настолько продумано, и прибавляются команды, приезжают зарубежье, более к нам стало ехать уже много команд, как видите, по сравнению с этим. Рост результата, он не уменьшается. Брест, он всегда славился своим гостеприимством. А Республика Беларусь – это одна из желанных из всего Советского Союза. Здесь каждый находит свое место. И нас, мне кажется, каждый из тех республик, что были, все относятся очень, ну, не только добродушные, а любят нас, поэтому едут и знают, что здесь всегда пройдут соревнования на высшем уровне. На территории спорткомплекса «Брестский», где проходили соревнования с утра и до самого вечера, было многолюдно. Программа турнира предусматривала несколько этапов. Разделенные по возрастным группам юниоры, юноши и девушки, мужчины и женщины соревновались каждый в своем виде легкоатлетических метаний – молота, копья, диска и ядра. Борьба за победу между участниками была насыщенной, превзойти сильного соперника оказалось непросто. Однако серьезная подготовительная база плюс непоколебимая воля к победе многих из легкоатлетов сыграли решающую роль. В этих соревнованиях уже, по-моему, третий раз. Как бы, ну, мне очень нравятся соревнования, очень нравится турнир. Всегда такой прием радушный. И как бы результаты всегда тоже радуют. Сегодня наметала 62-30, метание молота. Это как бы хороший результат. Не лишний, конечно, но все равно хороший результат. Я результатом довольна. Среди участников турнира в этом году, впрочем, как и в прошлом, оказалось много спортсменов с многолетним опытом, чемпионов и призеров Европы. Имеющиеся в копилке достижения награды этих легкоатлетов, по их же словам, далеко не предел. Регулярное участие в соревнованиях для спортсменов – способ самосовершенствования, возможность ставить новые рекорды. Такой подход к делу, как показал турнир, имеет результат. Неплохой результат для начала сезона, то есть 20 метров 19 сантиметров. То есть это не норматив куда-то пока еще, но это хороший результат. Я, в общем-то, не ожидал такого результата от себя на данный момент. Всегда хочется расти в чем-то. То есть это, наверное, мотивация. Вот это. Хочется выступать в соревнованиях международных, представлять страну свою на международных соревнованиях. Турнир по легкоатлетическому метанию памяти заслуженного тренера СССР Евгения Михайловича Шукевича, прошедший в городе над Бугом, в очередной раз подтвердил свой высокий статус. Спортсменам удалось достичь поставленной цели. Каждый из участников смог оценить уровень своей подготовки и поставить планку на будущий сезон.